Привет, привет. Чего ищешь? Скорого. И желаю тебе удачи.
Любопытно. Мало того, что напился, теперь еще и по домам лазаешь. А что? Нельзя уже на чужую крышу залезть. Каждый год одно и то же. Хорошо, хоть на тропу испытаний не полез. Раскомандовалась тут. Я могу так высоко залезть, меня и видно не будет. Ждешь, да, когда я шею сверну? Я жду, когда ты слезешь. Тебе дай волю, так ты мне вообще все запретишь. Ладно, можешь там хоть всю ночь просидеть. И просижу. Я ловкий. Меня следовало бы назвать. Слушайте и запоминайте. Вы будете повторять мои слова, когда меня не станет. Вначале Великая Мать родила все живое. Как же можно люди, пропустить? Машины, звери, о, мать, все это ее дети. Все их жалкие дела. Они мирно жили. Элой, иди сюда! Карст, что ты тут делаешь? Тихо, мы с тобой не знакомы. Мне же нельзя торговать с изгоями. Ты часом не забыла? Как я могла? И как мило, что ты со мной говоришь. Ну, не надо так. Ты же знаешь, я буду завтра за тебя болеть и полюбуюсь на их рожи после твоей победы. И если тебе что-то еще нужно из припасов, обращайся. Ты в сердце матери? Думала, ты сюда не ходишь. Человек не может все время пить в одиночестве. Честно говоря, мне иногда не хватает общения. Вот, признался. Уж не суди строго. Не буду, если сделаешь скидку. Да ты совсем? Я шучу, Карст. Рада встрече. Давай без этого. Ладно, приступим.
всегда рад принять твои осколки. Скоро мы благословим инициацию. Но прежде воздадим честь гостям. Уже 2 года держится мир между нами и Калха. Пришла пора наладить торговлю с Меридианом. Эти посланники прибыли к нам для укрепления мира. Мир? Какой мир? Выражение благодарности. Написанное рукой короля солнца Аббата. Убийцы и живодеры! Его светозарность... Не кидайтесь вы! Люди Нора, подождите! Я Азирам, не Карх. Так что скажу прямо. Прежний король солнца был редко мерзой. Правда? Этот изверг
угонял людей из моего племени так же, как из вашего. Мою родную сестру угнали. Я ненавидел Карха. Но 13-й король убит. Уж 2 года как. Кто его убил? 14-й. Да. И не потому, что рвался к власти, а потому, что кто-то должен был положить конец этим злодействам. Да! Послание, которое привез бедный жрец, это извинение. Из уст 14-го короля. Пожалуйста. Ну дайте ему сказать. Спасибо. Выражение благодарности. Написанное рукой короля солнца Аввада, его светозарности, 14-го монарха. Народ племени Нора. Он из гостей? Племя Карха. Обнаружено неизвестное устройство? Это что такое? Мы не должны пускать этих карт на наше священство. Это не визор. Такой же, как у меня. На мы присоединяемся. Я впервые встречаю кого-то, у кого есть визор. Где ты его взял? Что? Откуда? У тебя это устройство. Это невозможно. Ваше племя боится древних руин. До смерти. С чего ты взял, что я боюсь? Ну, видимо, нет. Раз шаришься в руинах Железного мира. Что с тобой? Извини. Просто сбой. Олин, уже с местными знакомишься? Я сейчас приду. Стой! Нет, все потом. Идти надо. О, похмелье у него сильнее, чем я думал. Эй, у тебя такая же побрякушка, как у Олина. С каких пор они вошли в моду? Его зовут Олин? Кто он? И где он взял такую штуку? Да он обычный собиратель. Просто со связями. Ищет артефакты, а потом пропивает их. Или проигрывает. А побрякушка? Ну, откопал ее где-то. А потом нацепил это старье на голову. Не обижайся. Тебе она идет. Расскажи мне об Олине. Он такой интересный. Я начинаю ревновать. Ну, он шарит по руинам, выкапывает старье и сбывает его знати. Ориентируется неплохо. Вот поэтому он и возглавляет нашу экспедицию. Мы знакомы пару лет. Он верный товарищ, любит семью, с ним можно выпить, он мне по душе. А больше и сказать нечего. Я первый раз вижу такие доспехи. Ты не видела броню авангарда? Сейчас познакомлю. Кольцевые замки, ударопрочные, настолько, что пилозуб подавится. Авангард — это лучшие воины короля солнца. Мы все душегубы и победители машин. Даже воительницу племени Нора можем завалить, если что. С таким грузом железа на плечах? Вряд ли. Да, как сказать. На мой взгляд, мы с тобой друг друга стоим. Твоего друга чуть не закидали гнилыми фруктами, но ты всех угомонил. Ну да, сам этому удивился. Нора до сих пор злы на Карха из-за красных набегов. И неудивительно. Я еще хочу спросить. Пожалуйста. Но, может, лучше мы с тобой поговорим после этого вашего благословения? Если у Карха такая мрачная история, почему ты им служишь? Старый король был настоящий изверг. А новый хочет мира. Что в этом мрачного? И Карха не только воины, они и строители. Тот же Меридиан. Рядом с ним любой город, просто груда камней и палок. Я никогда не слышала про красные набеги. Что это? Твое племя воевало, и ты даже не слышала.
Ты что, в пещере жила? Родители совсем из дома не выпускали? Я росла изгоем. Со мной не общались. Да, у Нора есть такой обычай. По-моему, это жестоко. Но ты ведь знаешь про помешательство машин, что они с каждым годом все опаснее. Безумный король решил принести много кровавых жертв, чтобы солнце усмирило машины. Не помогло. В поисках жертв Карха делали набеги на соседей и уводили людей, как мою сестру. Нора храбро сражались, но погибли многие. Ты сказал, машины с каждым годом становятся опасней. Да, ты и без меня это знаешь. Впервые слышу. О, извини, я просто думал, все это знают. Говорят, еще лет 15-20 назад машины не были такими злобными, как сейчас. При виде охотника они пугались и убегали. Так что охота была делом трудным, но не опасным. Если только не лезть им под ноги, конечно. А потом началось это помешательство, и все изменилось. Стоило охотнику упустить стрелу, и машина сама на него бросалась. Еще через пару лет машины начали атаковать сами. Путешествовать стало очень опасно. И больше того, начали появляться новые виды машин. Большие, свирепые и вооруженные. Как Пилозуб? Да, 10 лет назад он. Но через каждые пару лет объявляется новая тварь, еще страшнее. Так из-за чего это все? Никто не знает. А машины тебе не расскажут. Твою сестру забрали и принесли в жертву. Это ужасно. Забрали, да. Но дальше она им устроила. Мою Эрзу не так просто прирезать. Она сбежала, и теперь она мой капитан. Капитан всего авангарда. Сам король солнца восхищается. Как она спаслась? Это целая история, но долго рассказывать. Может, в другой раз за стаканчиком? Или приходи в Меридиан, познакомишься с нею. Вы с ней поладите, вы обе дамы прямые. А Меридиан большой? Какой он? С чего начать? Мои соплеменники – мастера кузнечного дела. Лучшие оружейники в мире. Но по части строительства тут нам с Карха не сравнится. Город парит над каньоном. Мостов там больше, чем дорог у Нора. А дома высотой с гору. А на другом конце долины шпиль. Как вознесенный в небо клинок, сияющий на солнце. Ты должна сама это увидеть. Считай это вызовом. Или приглашением. А дальше? Чем все кончилось? Сын безумного короля объединил повстанцев Карха и азирамских вольных бойцов. И мы совершили невозможное. Захватили Меридиан и убили короля. Теперь правит его сын, и жить стало намного лучше. Ават навсегда отменил рабство и жертвоприношения. Теперь племена в Меридиане рады всем гостям, даже изгоям Нора. Тебе надо там побывать. Кто такие Азирам? Это мое племя. Мы живем на северо-западе. Хорошо умеем три вещи. Делать сталь, варить брагу и спорить. А кто такие эти вольные? Можно сказать, мы были наемниками. Воевали за деньги. Но все-таки кому попало, не продавались. Ават не смог бы победить отца, если бы не наша помощь. А теперь некоторые из нас служат в его личном авангарде. Я хочу тебя спросить кое о чем. Спрашивай. Мне пора на благословение. Да. Слушай, может, мне не стоит это говорить, но я вижу, тебе не место в этом захолустье. Ты же умная, ты хороший боец, ну и вообще, посмотри на себя. А ты о чем вообще?
Ты знаешь о чем. Будешь в Меридиане, разыщи меня. Все расскажу, представлю кому надо. Сможешь начать новую жизнь. В общем, мне тоже пора на благословение. Ну, еще увидимся, да? Мне Карха не помешает наслаждаться праздником. Элой, становись вон туда, дитя. Молитвенный фонарь твой. Я его... Святотатство. Сестры. Дети мои, перед каждым из вас молитвенный фонарь, сделанный вашей матерью. Зажгите его в ее честь. За все, что он для меня сделал. Великая мать, услышь нашу молитву. Что видит дитя, как невоплощенная мечта матери? Маленький огонек, парящий над землей в дыхании ветра. Он будет плыть по небу, пока не гаснет и не упадет. Так от одного к другому передаются узы. Скажите, как мы можем забыть на то, что нам сделали Карха? У меня есть к нему вопросы. Дай мне силы. Помнишь, как 2 года назад одна из девушек написала у костра голову? Знаешь мое имя? А, Рен сказал. Объясни, почему ты так странно себя вел? Это все праздник. Не люблю шумные сборища. Пойду лучше прилягу. Отвечай на мои вопросы. Ладно, не кипятись ты. Мне скрывать нечего. Что ты здесь делаешь? Зачем пришел к Нора? Ренду нужен был разведчик, а заодно собутыльник. Вот и все. Чтобы наш жрец не потерялся. Когда все кончится, снова займусь своими руинами. Буду шарить там детали и продавать свои находки. Ты исследователь? Я обычный человек. Всем надо как-то кормиться. Я вот состою на службе при королевском дворе. И все. Впервые встречаю кого-то с визором. Где ты его нашел? В руинах, к северу от жилы. Так мы называем земли Азеран. Их земли просто набиты железом. Стальные гиганты, погребенные в рыхлой почве. Пещеры, которые предтечи пробили в скалах. Заманчиво. Я нашла свой визор в такой же пещере. В руинах предтеч. Раз сама шаришься, и так все знаешь. Там и ищи свои ответы. Я при чем? Когда мы говорили, ты вздрогнул, как будто от боли. Или от страха. Визор что-то показал? Ничего он не показывал, я же сказал. Просто сбой. Часто случается.
Ты не умеешь врать. А ты всех подряд обвиняешь во вранье? Лишь тех, кто не говорит правду. Гнев и пламя. Я человек простой, мне скрывать нечего. Не веришь мне? Твои проблемы, не мои. Когда мы говорили, ты вздрогнул, как будто... Ничего он не пок... Я не понимаю. Мы столько можем обсудить, а ты спешишь от меня отвязаться. Я просто не хочу тратить на тебя время. Друзей мне хватает. Я привыкла, что меня сторонятся. Думала, ты не такой. Ничего личного. Правда. Ты иди. Наслаждайся праздником. Завтра большой день. Не трать свое время впустую. Мне лично не помешает наслаждаться праздником. Да и какой от них теперь время? Спать, изгой, пусть тебе приснится победа. Только во сне такое и может быть. А, так тут люди спят. А то при виде тебя подумала, тут выгребная яма. Ты? Тебя не должно здесь... Так-так. Смотрите, кого к нам занесло. Явилась, безродная. Ха, у тебя до сих пор шрам от камня, который я в тебя кинул. Хороший сувенир на память. Ну и погонью же ты бываешь, Баст. Завязывай. Смотрите-ка, даже хотела одеться, как Нора. Свинья в медвежьей шкуре. С тобой у нас дружбы не выйдет. Да никто не станет водить дружбу с изгоем. В сердце матери тебе делать нечего. А уж на инициации тем более. Только победа будет за мной. Ха, я всю жизнь к этому готовился. Если я тебе проиграю, добровольно уйду в изгнание. Я бы не советовала. Ты там долго не протянешь. Я помню день, когда подарил тебе этот шрам. Так это было приятно. Да. А уж какое у тебя было лицо, когда я вышибла у тебя из руки камень. Но вот об этом ты наверняка никому не рассказываешь. Я наградил тебя позорным клеймом. Ты только сделал меня сильнее. Подожди. Сам увидишь. Ну да. Скучно с тобой. Все, Баст пошел спать. Это я тебя завтра удивлю, дикарка. Не ты. О, ты заткнешься? Вот бы удивил. Хорошо, ты ему выдала. Теперь он заткнется. По крайней мере, до утра. Кажется, мы не знакомы. Я Элой. Да я знаю, кто ты. Соперница. Остальные-то, конечно, пройдут, ну, как-то. Но победить можем только Баст, ты и я. Вала. Приятно познакомиться. И да, я намерена победить. Никогда не празднуй победу раньше времени, дитя. Мать всегда так говорит. А теперь ты извини, я ложусь спать. Надо же все-таки набраться сил, чтобы завтра тебя уделать. Твоя койка вон та. Ясно.
Спасибо. Как тебе в сердце матери? Довольна? Впервые спишь в доме Нора, тут все под одной крышей. В целом, довольно мило. Тут хорошо, когда ты своя. В том-то и дело. Тебе здесь найдется место, правда. Отдыхай. Приготовьтесь! Что мне сделать, чтобы от тебя избавиться? Твой трофей, изгой! Придется раздобыть новый! Их догнать!
Кроме изгоя. Где она? Она была за мной. А я думал, дойдет. Ты последняя. Можешь уже не спешить. Победит Баст или Вала, но воином ты станешь, если дойдешь. О, стой! Это старая тропа. Двое недавно погибли. Там опасно. Все же лучше быть последней, чем мертвой. Воу-воу-воу-воу! Ты что, чокнутая? И дальше не будет легче! Это же верная смерть! Назад пути нет. Остановись. Вон они. Надо догонять. Я не вижу. Баст, это не Вала. Ну давай. Быстрее, шевелись. Вперед, вперед. Бой. На старой тропе она свихнулась. Что тебе? Вперед, вперед! Изгой! На старой тропе ухнулась. Быстрее, шевелись. Хорошо, я их догоняю. Изгой их догоняет! Как она туда забралась? Это будет непросто. Победила! Она жульничала! Изгой стал победителем? Нет. Она не изгой, а воин. Ты смогла? Как и вы все. Осталось возложить трофеи на алтарь. Но Элой, прежде изгнанная, а теперь воин стала среди вас первой. Элой! Бегом! Ведите огонь, пока наши не подойдут. Надо уходить. Там выход. Но под огнем не добраться. Мертвые не стреляют. Отвлеки их, а я подберусь. Баст! Баст! Ты с нами? Я с вами! Пошли, давай! Убейте их! Их много! Там конец!
Смерть захватчикам! Вперед! Быстрее бегите к тросу! Убейте всех, чтоб никакой им пощады! Не сдавайтесь! О нет! Берегитесь! Их все больше! Сколько их? Эй, панак! Да сколько же их там? Давайте, спускайтесь, пока можно. Обрати свой лик к солнцу, дитя. Сожгите все! Исполните долг! Повинуюсь.
Элой! Элой! Выживи! Она умирает. Туда нельзя! Это кощунство! Она должна быть рядом с матерью. Выбраться. Где мой визор? Нет. Раст меня спас. Наверное, меня нашли и перевязали раны. Но почему тут никого нет? Где я? Нужно найти визор.